Едем по льду. Вот это месиво, вот это месиво, ёпты! Ух ты, ух ты, ух ты! Сколько немножко? Райдер там пришел, пошел. Работаем ледоколом. Недалеко от нашего дома, в 40 километрах, новые скалы, называются Вороньи. По лесу нам 4 километра ехать. Они натоптаны не смогут, это вообще красота, знаешь? Ну, слушай, не высокий. Едем по льду. Ну, пока едем, не сильно проваливается. Трещит, но держит. Немножко присаживается перед. Придавливает. А, продавил. Попробуем блокировку, но, наверное, не поможет. На лед упали мордой. Не зацепиться не за что. Мы провалились прямо по лесу. Ну вот первая лужа такая серьезная попалась. На полноценно надутых колесах выехать не получается пока. Включили блокировку заднего моста, все равно не помогает. Там, скорее всего, сидим мостом. Сцепление не такое хорошее впереди. Упали на лед, нет сцепления. Так сказал Алексей. Ну что, лебедка?
Ну, в общем, пока готовимся вытаскиваться. Да, с этого ракурса видно, что машинка хорошо так просела передом. Хорошо так. Кто это заглядывает? Сейчас зацепимся за дерево. Вытащимся. И попробуем, наверное, здесь поехать, в объезд. И пытается сделать интересные кадры с моего лучшего ракурса. Вот такая вот нехитрая система зацепа за дерево. Натягиваем лебедочку пультиком дистанционного управления. Ну, в общем, решили это не залезать больше в эту чечу. Решили немножко правее пройти. По пешеходной зоне, так вот такая глубина тут нехилая глубина, очень даже ничего. Ну, конечно, на мосты сели. Ну, на мосты, нет, на передний мост. В общем, тянемся обратно взад лебедочкой. Ну, понятно, с лебедкой, естественно, уезжаем. Лебедка — это беспроигрышный вариант.
Он сюда выручается. Сейчас будем дальше, говорит, ломать, Леша. Дальше поедем тут. Пытаться будем. Потому что кто-то уже по сухому пытался проехать. Вот. Наскреб своим автомобилем. Тут узковатый проезд. Видимо, сносит. Угол в крен. Сейчас попытка номер два. Вот это месиво, ёпкин! Сейчас, вот, да-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 да, вот. Нахрапом взяли, короче. Накопали, в общем, кучу говна вот такого вот, ну. Что поделать? С матом? Молодцы, что? Молодцы. Добрались мы до еще одной такой точки спорной, которую попробуем, наверное, тоже взять нахрапом. О, там высадка пассажиров маленьких происходит. Попался, говорит, ты. Попался, говорит, сейчас все, будешь лебедку доставать, наверное. Да нет, это риски движения. Какие-то движения еще есть. Движение, загрязняющее машину и зеркало. Поехали назад все-таки. Дальше берем разгон, пробуем нахрапом. Нахрапом не получилось, глубоко, видимо. Втыкаешься в лед, лед толщиной где-то сантиметра три где-то мы посмотрели. Он держит хорошо, в общем. Если бы сверху на него, конечно, но... Сейчас по принципу ледокола идем. Немного вперед, немного назад, ломаем лед. Ну как-то так. Вон и там походить, ломать. Кажется, проваливаться будем, если лоником наломать. Ну ты ломаешь, он перед тобой проваливается. Что, мы хоть выехали без лебедки. Кто вперед? Эх, сносит. Сносит, сносит. Глубоко.
Вот она. Передний мост блокировки, да? Вот он и крутится, которому легче. Уезжаем потихоньку. Что это? Водопадик. Тут на самом деле глубоко. О, какие лед. Слушайте, слушайте, говорил, что лед 3 сантиметра. В общем, я немножко, видимо, в другом месте был 3, а здесь вот все 10. Очень много льда. Упираемся во всякие вот такие вот полстенные. Леша проверяет. Я думаю, одним колесом здесь пройти, вторым посередине, потому что по-другому здесь колея, а здесь центр. Мне кажется, чуть-чуть побыстрее, если взять, то пройдешь просто и все. Так я побыстрее вам в эту херню. Я сейчас в кадр загну и на офигеем. Ага. Я вот думаю, по центру. Раз поедет с той стороны, где у нас наш оператор стоял. Крен хороший, конечно. Резина скрипит. Ух ты, ух ты, бампер. Это стой с ним рядом. Да, ты. Да, бампер немножко оторвали. Зато взяли это дело. Решил еще не ждать. Чуть уехать. Тут скорость помогла. Мешался. Как говорят, машина принимает форму леса. Значит, это вот должно так быть в лесу. Дальше. Бегают с камерой. Тролль-блогер. Вот такой вот замечательный лес тут. Заснеженные елочки. Пробирается соболь потихонечку назад. Назад пробирается. Не ту дорожку, видимо, мы немножко заехали. Пасмурно, конечно, сегодня, но на Урале частенько бывает пасмурно. Mm-hmm.
Свернули, только свернули вот на другую дорожку, думали, тут поровнее. Буквально метров 20 проехали и все. Вот, что-то каша-мяша это. Храпиком, видимо, еще придет. Храпиком пришел, пошел. И вышел. Все хорошо. Так, мы, значит, запалили кострик, пока он горит, точнее разгорается, мы решили прогуляться до камушков Вороньей скалы. Вот здесь узкая вот эта вот дорога, то есть, в принципе, здесь уже, ну, на Соболе не вариант на Нивке или на Квадрике проскочить можно. Но не на нашем чемодане. Погода хорошая. Жалко, что нет солнца. Но, в принципе, тепло. Ну, вот, собственно, и начинаются скалы. Такие традиционные скалы для окрестностей Екатеринбурга. Скалы Гронского, чертово городище. Они все вот такими стенами стоят, возвышаются. Где-то уже облюбовано место и скалолазами. Но...
сейчас сменим Олега с Натальей, чтобы они тоже прогулялись. Сами займемся испечением картошечки. Ну, неплохо. Занимаемся приготовлением печеной картошки в фольге, в углях. Отделили угольки, и там у нас уже лежит картошечка. Сделаем красивую поленницу. В лесу ветерок вроде стих, стало получше. Ну, сейчас испечем картошечку, покушаем, празднуем и будем выбираться. Ну, обратно, наверное, проще уже по проломленному льду будет, просто ходами рубанем, и все. Основную работу уже сделали, лед раскололи. Запекание картохи. Да. Запекание картохи что-то у нас никогда не получалось. Но в этот раз у нас прям идеально, можно сказать. И снаружи не подгорело, и внутри пропеклась. Пирожное. Во. Свечка. Чума. Все, мягкое. Никакой. Никаких угольков. Наслаждение. Приятного аппетита. Приятного аппетита, да. А что, фольгу с собой заберем или все, завершен праздничный костер, ужин на Вороньих скалах, ужин при костре, ужин при костру. Вместо свечей у нас костер сегодня. Работаем ледоколом. Класс. Приводим в машину подобающий вид. Чтобы хоть что-то видно было. Опять под капотку мыть надо. Недавно мыл все. Так, приехали на мойку. Автомобиль у нас вот в таком виде. Сейчас все это дело будем отмывать.
обязательно все по низу еще помыть. Все, что нагрязнили.